Ми продовжимо програму «Новий день». Наближується велика кількість різдвяно-новорічних свят і, звичайно, шкільні канікули. І кожні батьки, мабуть, думають про те, чим зайняти свою дитину у вільний час. І, звичайно, про те, які хороші книжки почитати разом із дитиною на Різдво. Сьогодні цю проблему нам допоможе вирішити професіонал. Я вам хочу представити провідного бібліотекаря Центральної бібліотеки для дітей імені Шурикобіра і Віті Хоменко Ксенію Мокшину. Доброго вам ранку! Доброе утро, Галина. Доброе утро, телезрители. Да, действительно, близятся новогодние праздники, и у каждого родителя вскоре станет вопрос, чтобы ребенку почитать на каникулах. Но, конечно же, библиотека спешит на помощь, и я сегодня хочу познакомить вас с теми книгами, которые у нас есть в библиотеке на тему зимы и новогодних праздников. Ведь что может быть лучше новогодним каким-нибудь или вечером своего выходного дня устроиться на диване со своими детьми и хорошими книгами, да, и таким образом провести время. Вот же топ-7 наикращих книжек. Да, давайте так. Вот для самых маленьких у нас есть книжки, такие вот яркие, иллюстрированные, красочные. Это всего лишь три такие приятности от издательства «Ранок». На самом деле таких книг очень много. Если вы придете к нам, вы обязательно в этом убедитесь. В этих книгах содержатся стишки, песенки, колядки, щедривки, загадки, пословицы, поговорки. То есть все, что вы можете выучить или просто ознакомиться к Новому году со своими детьми и таким образом замечательно провести время. Я хочу сказать, не только провести час, але и дитина познакомится и с традициями, обрядами, відкриє для себе ось цю різдвяну культуру и что-то новенькое, больше дізнається про звичаї и обряды. И я хочу сказать, что обычно вот такие яркие иллюстрации, если вы мне поможете, да, полистать. Так, Язкову. Всегда приводят детей в восторг. Вот вы знаете, я думаю, что красочные. Дорослі також залюбки перегортают сторінки будь-якого ось такого видання и просто радіють из того, что могут своей дитині почитати хорошу книгу, бо хороша книга ще її попробуй знайди. Конечно, но я вам хочу сказать, что у нас хороших книг очень много, и не прав тот, кто говорит о том, что книги сейчас в библиотеках старые или какие-то неактуальные, несовременные. Вы можете прийти к нам и убедиться в обратном. То есть совершенно это иконочку и ось такая різдвяна казочка. И вершики, ну, то, что потребно для малюків, головне яскраві картинки. Да. А вот такая книга, она тоже адресована самым маленьким нашим читателям. Называется она «Новый год наступает». И, конечно же, открою вам секрет, что не столько истории, которая заключена внутри, она привлекает внимание, сколько сюрпризами, которые ждут детей на каждой странице. Вот вы видите, открывается страничка, вырастает дом. Вырастает вот такой снеговик. Да, дети приходят в неописуемый восторг от всего этого. Вырастает елка, появляется какое-то пирожное. В общем, дети обычно... Покажите все картины. Что-то еще осталось. Давайте додумаемся, сами интересно. Да, у нас еще подарки. Да, страничка с подарками. Вот такая вот... Я думаю, что это такой маленький шедевр от издательства «Махаон». И открою вам секрет, что таких книг у нас тоже очень много. Это только одну я смогла захватить, ну, потому что тема «Новый год». На самом деле, если вы придете к нам, мы обязательно для каждого из ваших детей что-нибудь подберем. Я думаю, что и взрослые останутся довольны. А следующее издание, с которым я хочу вас познакомить, носит название «Книга, которую нужно прочитать ко дню святого Николая». Мы знаем, что... Как раз доречно. Да. Через 3-4 дня наступит этот светлый, добрый праздник, и его ждут все дети, конечно же, потому что подарки, потому что сюрпризы, и потому что много всего приятного. Но как же создать ребенку такую праздничную атмосферу, да, какое-то правильное настроение? Как объяснить ему, кто такой святой Николай? Почему именно он дарит подарки? Обычно же дети задают эти вопросы, мы зачастую не знаем, что ответить. Так вот, эта книга содержит в себе ответы на все эти вопросы, на эти и не только. Она написана с любовью к детям, видите, тут даже написано «Лучшие дети». Тоже очень красиво иллюстрировано.
яркая, замечательная книжка. «Лист до святого Николая». Да, заканчивается она примером письма к святому Николаю. Здесь в этой книге вы найдете не только стихи и истории о святом Николае, а также песенки с нотами. Так что, если вы владеете инструментом, вы тоже можете обратиться к этой книге и разучить к Новому году, ко Дню Святого Николая, какую-нибудь песенку. Це для тих батьків, які прагнуть не тільки просто познайомити дітей і зайняти час, а ще й розвивати дитину. Да, яка займається розвитком. Тому що і можна вивчити пісню, і навіть навчити дитину писати листа, і не тільки до Святого Миколая. Звісно, і таким от ігровим образом, да? Ну, і казковим, і цікавим. Ну, я думаю, что если вы прочитаете эту книгу к празднику, ко Дню Святого Николая, то в этот день в ваш дом обязательно войдут чудеса. Я вам просто это обещаю. Но... И эта книга одна из таких, да. Один из таких чудес. Это действительно такой пример вот современных книг, которые сейчас только стали появляться. Не можна обійтися без класики. Не можна, да. Я хочу сказать, что эта история, конечно, не нуждается в рекламе. Это классическая история Ганса Христиана Андерсена, которая уже около 200 лет греет сердца детей, несмотря на свое такое вот холодное зимнее название «Снежная королева». Просто нагадуємо вам, чтобы вы не забыли про классику. Да, все мы знаем эту сказку, но именно эту книжку я не могла сегодня не принести, потому что это шедевр издательства «Баба Галамага» с замечательными историями, ой, иллюстрациями Владислава Ерка. Я сейчас вам покажу, вы просто посмотрите на эти удивительные иллюстрации, которые можно рассматривать часами. Это справжний витвор мистецтва. Да, он действительно мастер своего дела, и он признанный мастер своего дела, Владислав Ерка. Вот посмотрите, пожалуйста, эти иллюстрации можно рассматривать часами и находить что-то новое, какие-то детали, сюжеты. Развивать художний смак дитини. Да, и мы часто сами этим занимаемся, что рассматриваем и получаем удовольствие, потому что это настоящие картины. Это даже не иллюстрации, а картины. А мы думаем, чем библиотекарь занимается. И этим тоже. Я просто хочу сказать, что мнение о том, что эта книга очень хороша, не только наша. В 2000 году эта книга стала лучшей детской книгой 2000 года, завоевала гран-при. И, например, Пауло Коэльо, которого мы все знаем, сказал об этой книге, что он не видел более удивительной детской книги за всю свою жизнь. Такую вот высокую оценку. Высокая оценка, так, да, справді. Але, мабуть, найкраща оценка – це увага глядачів і читачів. Конечно, мы Пауло Коэльо верим, мы ему думаем, что он хорошо разбирается и в детской литературе тоже, но... Верим мы себе также и очень рекомендуем эту книгу для прочтения долгими зимними вечерами. А скажите, как малюки сприймають ось такі класичні твори, написані давно, але наскільки вони актуальні зараз? Ну, вы знаете, классика не устаревает, и я думаю, что прекрасная история о любви, о дружбе, о преданности всегда будет иметь успех, какой бы год за окном не был. Добре, йдемо далі. У нас ще трошечки книжок є в запасі. Є, так. А вот эта замечательная книга, которую я держу в руках, называется «Жизнь и приключения Санта-Клауса». Також дуже цікаво і інтригуюча назва. Да. То, что интересно, что написал ее Фрэнк Баум, но я знаю, что многие об этой книге не знают. В основном мы Баума знаем по циклу «Волшебник страны Оз», таких сказочных повестей. И даже существует такое мнение, что сам автор не написал более яркого произведения, чем «Волшебник страны Оз». Но вот эта книга, которую я держу в руках, она развенчивает этот миф. И я вам хочу авторитетно заявить, что это тоже очень интересная, яркая книжка, очень увлекательная. Здесь рассказывается, конечно же, как вы понимаете, о Санта-Клаусе, о том, как прошло его детство. Таким чином дети могут долучиться до новорічної різдвяної культуры інших країн. Конечно. Почему он попадает, например, через камин? Вот дети спрашивают, мы тоже не знаем, да, что ответить. Откуда взялась оленья упряжка? Ну, на эти и другие вопросы мы можем получить ответы в этой книге. И, например, Санта Фрэнка Баума, он ведь совершенно другой. Он не живет в Лапландии, другой, чем мы привыкли думать. Он не живет на Северном полюсе. У него нет жены, миссис Клаус. А также он не всегда был белобородым добродушным дедушкой. Зато в этой книге он попадает в джунгли
и возвращается оттуда только благодаря покровительству могущественных эльфов. Ну, я не буду погодницкий сериал просто. Да, ну вот такой Санта Фрэнка Баума. Я не буду открывать все интриги, я думаю, что дети сами захотят взять эту книжку, прочитать ее самостоятельно и открыть секреты. Давайте откроем, покажем всю книгу. Конечно. Мы ж мало не забыли про малюнки. Да, я увлеклась, но иллюстраций тут очень много. В принципе, все, что я сегодня принесла, все очень... І мені подобається, коли дитячі книги невеличкими главами написані, розділами, тоді можна якось з дитиною від розділу до розділу мандрувати. І це а ця повість, вона взагалі як біографічна, написана там юність, зрілість. В общем, хто відкриє цю книгу, тот узнає всі секрети Санта-Клауса. Ще й різними жанрами літератури можна познайомити. А еще вот одна книга. Снова классика. Почему-то мне так сегодня захотелось. Снова классика и снова шедевр от издательства Абаба Галамага. Мы видим, да, «Ніч перед Різдвом». Пізнаємо знайому картинку, можна було назву і не оголошувати всі за картинку. Да, очень узнаваемо. За класичную, так. Ну, чем хороша эта книга? Тем, что перевод на украинский язык осуществил Максим Рильский. Это действительно блестящий перевод, потому что, когда читаешь именно этот украиноязычный вариант, понимаешь и веришь той легенде, которая говорит о том, что Николай Гоголь писал свои первые произведения именно на украинском языке. Настолько это гармонично и органично. Ну, еще изюмина этой книги, конечно же, иллюстрации. Да? Я вижу, что вы знаете эти иллюстрации, они узнаваемые. Это Кость Лавро, тоже признанный мастер иллюстрации. То, что его книги, то, что книги иллюстрированы им, всегда приносят успех, и они разлетаются по миру, потому что он известен уже во многих странах. Так, стилизованы под такие лубочные картинки из народного жизни. Да. Але ось така книга. Очень самобытные, колоритные, такие, с чувством юмора. Просто можно листать и які получать сама повесть. Удовольствие. Да, поэтому читайте классику. Скажите, будь ласка, в новогодние дни, предновогодние. Якщо ось цими книжечками ми вже віком якось визначилися, то на який вік дітей розраховані ось остальные, да? Інші книги? Так. Ну, я ждала этого вопроса и одновременно не знала, как на него ответить, потому что мы сейчас как-то уходим от каких-то рамок. То есть каждый ребенок – это индивидуальность, и он может интересоваться чем угодно, во сколько угодно лет. Тоді, коли дитині цікаво. Цікаво, да. То есть мы не претендуем на то, чтобы он именно в этом возрасте читал эту книгу. Потому что если ему интересно, замечательно. Средняя школа, старшая школа, младшая школа. Да взрослые возьмут эту книгу и получат удовольствие не менее, чем дети. Поэтому сложно говорить. Но, конечно, первые книги, которые я показала, это для самых маленьких, для малышей и малышей. Дальше у нас идут, для, пожалуй, дошкольники и младшие школьники. И, ну, здесь без возрастов. Я не знаю, мне самой интересно читать про Санта-Клауса. Ну что ж, дякую вам. Чекаємо вже з нетерпінням ось цих новорічних, різдвяних свят, тих вихідних, щоб побути разом із своєю родиною і почитати, дітьми, звичайно, конечно, хороші книжки своїм любим діткам. Спасибо за внимание. Если можно, я обращусь еще ко взрослой аудитории. Одну минутку буквально. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, не читайте детям морали, читайте детям книжки. Ну а мы обязательно в этом вам поможем. Приходите, мы ждем каждый день вас и ваших детей по адресу проспект Ленина, 173. И для ваших детей у нас есть игровые программы, кружки и клубы по интересам, различные выставки и множество всяких затей. Приходите и присоединяйтесь к нашей душевной компании. А до Нового года у вас також ще чимало заходів. Да, у нас утренники, поэтому интересуйтесь, заходите к нам на блог и узнавайте информацию. Спасибо еще раз за внимание, с наступающими зимними праздниками и всего вам доброго!